Всем привет, ребята! Сегодня я решил заснять эксклюзивное видео для моего канала. Мы будем сегодня играть в Teardown. Сегодня я скачал такой мод, где мы будем ехать машинами и уничтожать Халка. Должно быть круто, так что погнали. Давайте сначала выберем, какой мы машиной будем уничтожать Халка. Я думаю, давайте начнем с полицейской машины. Так. И давайте, полный газ. Бам, попались в ногу. Бум. Машина еще цела. Удивительно. Так. Погнали на следующую машину. Что бы нам выбрать? Давайте выберем эту точилку. Погнали. И теперь полный разгон. Бам! Как-то слабо все выходит. Нам нужно что-то сильнее, которое может так жестко разорвать Халка. Давайте возьмем вот этот, вот эту штуковину. Смотрите, у нее есть даже лазер. Должно быть круто. Мы едем очень медленно, поэтому я предлагаю взять бустеры, которые нам... турбины, которые нам дадут ускорение до нашей супер-ультра-уничтожителя. Очень медленно мы едем. Но так, уже разгоняемся. И погнали. Ребята, кажется, ничего не получилось. О, только мы только подлагали игру. Эта машина не была супер уничтожительной. Я что-то там испортил. Давайте же поедем на экскаваторе. Должно быть круто. Ой, это кран. Давайте, ребята, чтобы было это эпичнее, мы поставим наши турбины. Так, поставим их повсюду, чтобы это было реально круто. Давайте погнали. И, ребята, мне кажется, что мы реально никуда не двигаемся. Нам нужно их столько, чтобы мы могли поехать, полететь. Не знаю, игра не вылетит, но я хочу столько турбин, чтобы мы полетели. О, давай, осторожно, есть, немножко зацепили ногу, но, к сожалению, мы не нанесли никакого удара. Ролик выглядит скучным, но я постараюсь сейчас сделать более интересней. Давайте же найдем такое, что могло бы реально протаранить Халка. Давайте возьмем этот джипик. Так, ребята. Теперь, чтобы было еще лучше, я предлагаю нам включить бустеры. Так, давайте. Погнали. И о, прямо туда попали. О, джипик целый. Мы пока что наносим Халку самые неприятные удары, но мы должны такой критичный удар нанести, чтобы Халку уже вообще выжить не получилось. Давайте возьмем вот
ГТРчик, или как там его? Я уже забыл, если честно. Так. Все, погнали. Стоп! Ребята, как вы знаете, как вы уже можете узнавать, что мы просто упадем, поэтому лучше забуститься. Сделать точилу быстрее. Потому что что-то этот мод очень не показывается круто. Я надеялся, что мод нам что-то покажет более круче. О, нет, нам нужно ехать. Давай, едем. Погнали! Ребята, это какая-то реальная бессмысленница. Мы не можем никакого нанести удара Халку. Поэтому давайте ж... Ну, мы не теряем надежды и берем танк и делаем максимальный урон на Халке. Чтобы было это еще мощнее, мы добавим бустеры. Бам, 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 бам. И бам, 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 бам. Би и бам. Теперь мы должны быть очень... Погнали, ребята. И... О, вот это урон! Мы снесли руку Халку. Вот это эпический момент. Аж игра подсела. Только посмотрите на это. Какой мощный урон. Это просто жесть. Так, давайте возьмем следующую точилу, которая может так жестко нанести урон, как танк. Что же мы можем выбрать из этих машин, такого мощного? Мне кажется, что это бы хорошо бы протаранило Халка. Но может не сработать. Давайте возьмем вот это. Грузовичок без прицепа. И давайте кинем ему туда немножко бустеров. Ой, вышло не так. Ну ладно, без разницы. Погнали. Давайте, ребята, давайте. И бам! Еще один урон. Пока что только танк показался самым большим уроном Халку. Нам нужно реально что-то мощное, которое бы пробило Халка. Давайте попробуем еще экскаватор. Чтобы экскаватор был бы лучше, быстрее и мощнее, мы возьмем, добавим бустеры. Без бустеров не обойдемся. Итак, ставим наши бустеры. Ой, не, опять не так поставил. Ладно, уже это не важно. Все позади. Итак. Все равно мы как-то очень медленно едем, а это меня пугает. Поэтому лучше наставить столько, чтобы нам хватало так, чтобы мы так быстро поехали. Ну, главное, чтобы игра не вылетела. Ребята, вы прикалываетесь? Только не говорите, что столько бустеров тоже не хватает. Давайте зацепим его. Да, ребята, вот это вы видели? Мы ему немножко нанесли по грудной клетке. Это уже хороший результат. Ой, даже в дыхалку попали, а не в грудную клетку. Это хороший результат. Поэтому я предлагаю взять следующую. Это вот такую маленькую машинку. Так.
Ой-ой-ой-ой-ой. И давайте... О! Понятно, эта машина нас подвела сразу же. Уже будем сразу знать, что эту машинку сложно контролировать. Давайте возьмем ванчик. И посмотрим, что наш ванчик может сделать Халку. В конце будет жесткий разрез катаной. О, мы почти глубже зашли. Халк уже, у Халка почти все уже уничтожено. У него осталась одна рука целая и голова. И полтела. Поэтому нам нужно как-то дойти до этой высоты. Что бы нам взять? Как я думаю, что это очень тяжелое и очень невыгодное, поэтому давайте возьмем один из монстр-траков. А что это за штуковина? А, это ничего такого. Берем монстр-трак и погнали. Ой, только бы не упасть, только бы не упасть, ребята. Так, осторожно поворачиваем, разгоняемся. И погнали. Летим. Давай. Давай, давай, давай. Блин. Машина нас подводит. Машина еще та же целая. Итак, ребята, давайте это сделаем больше эпичней. И я просто сейчас вот все его ноги расстреляю. Бум. И даже разрушу катану. Бам. Смотрите, все ноги Халка уже отлетели. Осталось у него только тело. Халк очень злой. Я это уже вижу по его лицу. Посмотрите на него. Поэтому мы должны его добить. Что-то игра подседает. Это из-за жесткого удара от контратаки по Халку. Но мы не поддаемся и идем. И добиваем Халка. Что бы нам взять такого жесткого? Мотоцикл. Давайте же мотоцикл. Я знаю, что это не такое жесткое, но... Как знаешь, все разное бывает. Игра очень подседает. И я даже не могу контролировать мотоцикл из-за этого лага. О! Игра вернулась с прошлым. Давайте поедем на этом розовом каре. О, заносит, заносит. Вы видели, я чуть дорогу пробил. Так, едем. Ребята, мы промазали. Неудача, но мы почти зацепили руку. Так. Чекпоинт. Так. Давайте возьмем эту машину. Должно быть круто. Припоминает мне на ту маленькую машину, которая нас просто подвела. Но, может, есть шансы, что эта машина нас не подведет. Как вы видите, сзади этой машины прицеплен генератор. Так что, погнали. И удар! Во, ребята, вот это было жестко. Это было жестко. Вся середина Халка взорвалась практически. Посмотрите на это. У Халка уже ничего не осталось. Нам нужно взять такую машину, которая могла бы у него в голову попасть. Или даже лучше. Итак, погнали. Я думаю, что нам лучше взять... Нам лучше взять какую-то очень быструю машину. Принципиально я не знаю, какая самая быстрая, но... Давайте возьмем... Вот такую машинку. Сама выглядит легкая и выглядит быстрая. Я оправдываюсь. Не так уж она быстрая. Но если дать бусты, то мы можем эту машину так ускорить, что даже возможно, что мы можем критикальный урон нанести Халку. Давайте отъедем. Приполним мощнейший разгон. Возьмем бусты.
Итак, бам-бам-бам-бам-бам. И бам-бам-бам. И теперь погнали. Все, ребята, надеемся, что все получится. Нет, машина, нет. А, ребята, ничего не получилось. Машина подвела. Нас машины очень жестко подводят. Кажется, это самый неудачный мод, который я скачивал. Но все равно я не буду критиковать создателя. Мне мод сам нравится. Просто надо как-то Халка немножко сделать легче. Мне так кажется. Либо я не умею пользоваться машинами, либо мод просто такой странный. Давайте попробуем взять что-то, например, как джипик. Ого, ребята, мы, кажется, знаем, как это наша коронка до победы. Только чтобы мне не испортить, нам нужно аккуратно въехать. И теперь полный разгон на этой тачулы. Давай. Полетели! Слабовато, ребята. А выглядело так красиво. Я планирую отомститься на Халке более мощнейшим способом. Разрезать его напополам. Чам! Только посмотрите на это. Какие лаги! О! Мы прорезали Халка. И давайте еще один удар. Дж. Халк еще держится? Я не верю своим глазам. Давайте еще рубим. Невозможно. Давайте. На. Мне кажется, это все бесполезно. Поэтому просто возьмем самую жесткую. Теперь мы заминируем Халка. Ну что, Халк, давай попрощаемся. Я думал, что мы машинами его добьем, но, к сожалению, машины не могут показать свой класс. И Халк сильнее, чем машины. Но мне кажется, если Халк выживет эти заминировку... Ой, я застрял. Ребята, я застрял. О, ребята, что я натворил? Ну ладно, смотрим, что случилось с Халком. У него не осталось головы, но полтела. Я думаю, мы так это не оставим, поэтому я просто беру. И сейчас я беру мощнейшую. Я беру сейчас Rocket Launcher, РПГшку. И просто стреляю в Халка. Бам. 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 И еще один удар. И в подмышку. Бух. Кабум. Чем же добить него? Давайте еще заминируем больше. Или даже вот этой. Вот это мои самые любимые бомба-липучки. Сейчас мы разбомбим Халка. Ребята, посмотрите на эту красоту. Мы просто месим Халка. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Давайте разобьем эту руку. Давайте мы это... Да! Все, рука Халка отпадывает. Все, ребята. Теперь я вам предлагаю посмотреть, что за весь этот эксклюзивный ролик мы могли сделать Халку. Просто посмотрите. От него ничего не осталось, кроме вот этих маленьких частиц. Ну, это все к моему эксклюзивному видео. Наверное, вышло немножко скучненько, но я старался
Желаю вам удачного дня. Всем пока.